Здравствуйте, друзья! Купил я себе советское электроточило для заточки инструмента. Стоимость данного электроточила $60. Смотрел я в сторону китайского инструмента, но за такие деньги китайский инструмент нормальный не купишь. Там уже цены начинаются где-то от $100. Итак, это электроточило тип ИЭ-9701 под шлифовальный круг диаметром 175 мм. Мощность 460 Вт, однофазная, обороты 2600 оборотов в минуту и вес 15 кг. Включил в розетку и давайте, друзья, попробую его запустить. Есть легкое биение, нужно делать балансировку. Попробую наточить нож. Заточил кухонный нож. В общем, первый раз пользуюсь электроточилом. Мне очень понравилось. Нужно, друзья, будет делать балансировку. Вот показываю. Вращаю круг, и он возвращается обратно. Здесь установлены бэушные круги, желательно их заменить. И вообще хочу разобрать и посмотреть, что там внутри.
С другой стороны, винт кожуха еле открутил. Здесь под плоскую отвертку был слизан шлиц. Пришлось немножко рассверлить и нагреть горелкой. Он посажен на краску, если видно, вот коричневая краска. В общем, с трудом он отсюда вышел. Полностью разобрал электроточило. Вот такая обмотка здесь. Не пойму, здесь все в масле. Это так и должно быть или нет? Так, подшипники. Этот вот плохо вращается. Этот получше. Так, покажу, что здесь за подшипники. Так. 6202RS. Попробую сейчас снять вот это защитное кольцо и посмотрю, в каком состоянии. Может быть, я его промою и потом смажу. Должен вращаться нормально. Если не поможет, буду менять. Промыл подшипник бензином. Вроде нормально вращается. Этот тоже заодно промыл. Сейчас сюда нанесу смазку и буду собирать обратно. Смазал подшипники. Использовал вот такую смазку. Собираю обратно. Друзья, вращаю вал. И здесь появляются какие-то странные звуки. На камеру будет слышно. В общем, скорее всего, нужно менять вот этот подшипник. Купил новые подшипники. И сейчас буду менять. С помощью съемника подшипников снимаю старый подшипник и устанавливаю новый. Снял старый подшипник. И пробую устанавливать новый. Заменил подшипники, как я насаживал подшипник. Беру новый, устанавливаю, далее ставлю старый. И вот у меня труба, по-моему, диаметром 16 мм. Вот так ставлю и молоточком насаживаю. Устанавливаю круги, и их нужно отбалансировать. Как это сделать на данном электроточиле? Вот я не полностью зажимаю гайку. И есть возможность двигать немножко круг, где-то в пределах 1-2 мм. Поджимаю гайку и вращаю его. Он возвращается обратно и сейчас остановится. Опускаю гайку и немножко его поднимаю вверх.
таким образом стараюсь сделать, чтобы при вращении круг обратно не возвращался. Сначала выставляю этот камень, потом этот, либо наоборот, то есть по очереди. Отбалансировал камни. Финишную балансировку можно сделать болгаркой с алмазным диском. Включается станок, и болгаркой немножко подравнивается вот эта кромка. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео.